Всем привет, с вами я, Ван Грешник, и мы продолжаем играть в War Thunder. Сегодня посмотрим с тобой на Т-28Э. Давай идем в бой. Написали про индикаторы пробития, вот это все я нашел, про подробную информацию про снаряды. Оставил здесь фугасные на 621 грамм, не знаю, насколько хорошо фугасные снаряды в мобильной тундре работают. И я уже катал на этом танке, катал больше часа, первое впечатление, видео уже было, там были такие бои на Т-34, я забрал 9 фрагов, все было шикарно. Такое, блядь, там пиздец было, и первое вот этот взгляд обидно, обидно, неприятно, но ничего не поделать. К сожалению, видео не сохранилось, оно записалось, а после записи оно почему-то сохранять его не стало. Иди нахуй отсюда, пазик, извини, союзник. Но, к сожалению, к слову, это КВшка. Ну, я против КВшки ничего не сделаю. Т-28 красиво улетает. Ладно, насрать. Ничего страшного, бывает и такое. КВшки, к слову, в упор Т-28 может сделать что-то только разве что в борт. Ну, или сломать ствол. А так, по-моему, я никаких мест особо приятных для пробития и не находил. Очень уж часто встречается вторая КВшка в данных боях. Видимо, на данном ранге знаменитая история и многим очень нравится. Возможно, там жесткий фугас. Не знаю, что уж в мобильной тундре по поводу фугас, по поводу тем более уж 6-килограммовчиков и подобного. Насчет этого сказать ничего не могу, еще до этого не дошел. Вот 600-граммовый фугас у Т-28 удавалось только зенитку срубить. И то такое. Кто из них? Ага, вижу. Пизды хуй. Ой, блядь, Тикер Макс. Вот это... Ну, конечно, да, это все. Это уже все, я уже понял. Там без шансов. Там без шансов. Шансы выжить были крайне малы. Это обзор на Т-28, но я объясняю, да, видос не записался. Целых 20 минут экшена и боев, к сожалению, записать не удалось, так что это уже будет такое мнение, которое я уже как-то сформировал, уже как бы знаю, что к чему про этот танк, зачем и почему. Касаемо выживаемости, пока мы едем на первой Т-34, давайте объясню. Ну, брони у Т-28 нет. Нет его, считайте, вообще, этой броньки. Но танковать танкует. Танковать танкует 1-2 плюхи за счет экипажа. За счет экипажа и за счет двух маленьких сисек, которые стоят впереди танка. Спокойненько, здрасте. До свидания. Сего. Хорошего. Я охерею почему-то. За броневым воздействием сейчас что-то грустно получилось. И вот это тоже. Посмотрите, как краснеет танкист с левой стороны. В ахуе от моего бронебойного камерника. Бля, это вот бессмертный, что ли, я не понимаю. У него что там? Мне по прямой в него попасть надо? Наконец-то он удосужился уехать отдыхать. С трех каморников прямым попаданием. Все-таки решил сгрустнуть немножко товарищ. Туда же стреляю для верности, чтобы он не воскрес, если что, вдруг. А то, ну, кто его знает. Всякое может быть. Мы еще не знаем. Вот, опять же, с этой стороны бахую, все красиво улетает. А, там был... Там с правой стороны еще сидел. Ясно, хорошо. Ахиллес, спокойно. Это, ага, как попадание, блядь, в пустоту. Я не знаю. Что это было? Что это за ужас? Что за ужас? Тут творится это картон. Сколько пробитий у БС-ки первой Т-34-ки? Это что за ранг? Я не понял. Это что за приколы? Здорово, пазик. Ну, пазик я точно прошью, да ведь? Да, пазик точно прошибается. Это вообще машина без каких-либо проблем. Видео по Т-28 начинается. Ты, блядь, каморник или палка, которую говно тыкаешь, я не понимаю. Наконец-то три выстрела понадобилось. Я заметил, что в мобильной тундре... Ага, вот сейчас мне прилетит в бортяру. На, уже я не выстрелю, скорее всего. Надо хотя бы на авиацию пересесть, может, успею. Ой, как хорошо было бы, если бы успел, но нет. Походу, за броневым действием каморников что-то не так в тундре, что с Т-34 старшего класса, который вот мне понравилось. К слову, вообще дикая имба. Я играл вот, когда сливался Т-28 на Т-34, 85-ке. Вообще жесть, как она вырубает. 9 киллов наделал. По-моему, 85-я, да, там вот, которая в предыдущем видео была, второе видео на канале про War Thunder.
вот эта третья четверка дико разносит, и даже у нее за броневое воздействие какое-то странное. Бывают моменты, ты как бы стреляешь, и осколков или взрыва внутри танка нет. Я не знаю, почему так. В основной тундре, по-моему, камерники СССР просто хлопают американские танки, а здесь М4, например, тот же самый, да, Шерман низкоБРный. Ему хоть бы хны, бывает по три выстрела делаешь, и ему насрать. Странно, не знаю, может так, такой рандом, а может что-то поменяли в тундре, а может это фишка такая мобильной версии. Посмотрим, поехали дальше. Ну, погнали. Зима, холода и далекие края. Достаточно крупная машина, достаточно крупная длинная тачка. Что ни говори, причем, к слову, двигло тоже неплохо расположено. Можно танковать, наверное, задником, но дело это тухлое, едет назад он очень грустно. Есть два пулемета, в которых, собственно, сидят наши бравые танкисты. Зенитка что-то стала и грустит, или там врага высматривает, не знаю. Шестеро танкистов сидят у нас, шестеро танкистов сидят и веселятся. Первые трое танкистов улетают 100%, они как раз и танкуют первый снаряд, влетающий в наш великий и могущественный танк. А вот верхние ребята стараются отстреливаться. Ну, конечно, все это против игроков, которые толком прицел-то не включают. Человек, который знает, куда стрелять, он будет стрелять в основную башню этого танка, выбьет оттуда и наводчика, и переводчика. Короче, всех, кого только может выбить, выбьет всех. Так, ну вот и пиздец, вот и приехали, собственно говоря, там с левой стороны. Бортом вообще не танкует, если подставитесь бортом, вам пиздец. Попадут в верхнюю башню, вам пиздец. Танкует только вот такими интересными случайными моментами. Надеюсь, здесь меня не снесут, да, может быть и нет. Посмотрим, танк, он танк, это картонка. Это картонка, но с большим количеством членов экипажа, и поэтому танковать она может. Другой вопрос еще в бронепробитии, которое здесь, к сожалению, не самое хорошее. Что-то около 60, по-моему, миллиметров. Вот это косяк был с моей стороны жесткий. Ну и пизды, да, до перезарядки с правой стороны, по-моему, меня выстегнули. Откуда он вообще стреляет? Ну, опять КВ-2. Между прочим, фугас, по-моему, да? И прям просто по гусенице. Пиздых и минус. И минус весь отряд. Поехали, следующий бой. Отлично. Ну, это я, конечно, сейчас доиграю. Но это я, наверное, вырежу, потому что видео все-таки про Т-28Э. Касаемо бронепробития, осколочный фугасный снаряд нам не интересен. Основной БР-350А имеет целых 66 мм в идеальных условиях, конечно же. С 500 метров под углом нулевым 59 мм пробивает. Ну, короче, мало. Мало, потому что у той же Т-34, например, 41 года, не 85-ка, 41 года у нас бронепробитие на втором снаряде 100 мм, 91 с 500. Здесь, ну вот, примерно у первой получается, да, даже у первой Т-34 гораздо выше. Здесь фишка в скорострельности, достаточно быстро перезаряжает пушку, вроде как, по сравнению с Т-34. По крайней мере, так ощущается, надо посмотреть по техническим характеристикам в главном меню. И там мы уже узнаем точную цифру, какая перезарядка у данной техники. Но сколько я ее обкатываю, прям, да, живучесть есть. Живучесть есть, не такая, конечно, как бывает у Т-34 в каких-то случайных моментах, когда на бортами или в ромб танкует очень красиво. Но присутствует. 1-2 снаряда вы точно танкануть можете. Но если вам кто-то в борт пытается зайти, это все, это фиаско. Толстые, тяжелые танки противника вам дадутся с большим, ну пиздец, с большим трудом. По-моему, Шерман, да, по Шерман я возьму, под углом надо его брать. Нет, это Т-14, по-моему. Вот куда мне его, я просто понятия, если честно, не имею, куда мне его пробивать. По-моему, там кто-то у меня справа, да, с левой стороны у меня уже кукозель. А вот это уже М4. Да, это М4-1. Т-14 я, по-моему, не видел. Танкованный танк Америки, если я не ошибаюсь, Т-14, ну, танкует в основном из-за своей компоновки брони. Это я из основной тундры, то, что помню. Если вроде как он Т-14 называется, вот который я сейчас пытался выстрелить, но не смог, потому что с левой стороны М4 меня вырубил. Поехали в следующий бой. Ну, конечно, как я закончу этот. Знаете, из-за отсутствия достаточно хорошего пробития придется либо драться на средней, либо на ближней дистанции. Это самые лучшие, наверное, условия для данной тачки.
Но с маневренностью есть ряд проблем. Вот, например, с места очень неохотно разворачивается. Посмотрите на эту скорость разворота. Ну, конечно, не так печально, как в некоторых других случаях, но... Вот на ходу уже, когда она немножко разгоняется, уже начинается неплохой такой заходик, что влево, что вправо. То есть более-менее нормально. Башни крутит тоже, не сказать, что прям идеальненько, но бодренько. Чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Короче, по балансу более-менее норм. Ощущается машина неплохо. Никакой она выглядит внешне, скажем так. То есть внешне она выглядит гораздо хуже, чем она чувствуется. Пиздых попадания в трансмиссию М4-очки. Но, к сожалению, я просто не могу его ни пробить, ничего. Я не могу сделать ему ничего. Но в данном случае, да, у нас просто... Мы вышли на огневую позицию. По-моему, нас въебали с пулемета. Настолько танкует эта машина, посмотрите. Просто под пушку, блин. Убили, я не знаю, бедный танкист. Просто пиздец. Просто с Браунинга разнесли Т-28. Это было странно. Сколько у него вообще брони? Давайте посмотрим после того, как закончим эту битву. Калибр 76 мм, скорость 35 км в час. Правда, абсолютная правда, бывает даже до 139 по прямой разгоняется. У него есть такая фичка. Ну да, 35 он гонит вполне себе. 29 тонн массы, экипаж шестеро, пробитие 67 миллиметров. Какая защита лба? Ну, надписи какой-то нет, но видно, что гораздо меньше, гораздо хуже, чем у той же самой вот Т-34, да, если судить по этой зеленой полоске. То защита лба здесь никакая. Ну, раз нас с Браунинга снесли, то ее считайте, что и нет. Танкует в основном машина за счет вот этих вот двух пулеметчиков и тех, кто там сидит. И как бы у тебя есть право на выстрел с этой 76-миллиметровки, скажем так. Поехали в бой. Что я могу тут сказать? Да сказать даже нечего. Первый видос был гораздо насыщеннее на события. Здесь я уже сколько катаюсь. Катка, катка. И сами видите, да, чем оно заканчивается. Тут идет пазик с Т-4-очкой. В прошлой катке тоже, показалось бы, пазик стоит на точке. Вылетаю на него, стреляю с Т-34 в башню. И хоть бы хны, улетают три танкиста. И как бы ему абсолютно наплевать, в остальном он просто стоит и как бы дожидается чего-то. Давайте попробуем позиционно немножко поиграть, постоять, покрысить, но опять же выцеливать что-то на башне не у всех и вся получится, если только по пушкам наяривать. К сожалению, не хватит просто бронепробития. По-моему, это Черчилль, если я не ошибаюсь, третья, а там еще и штук стоит, да? Ну, именно такой дистанции я тем более уж вряд ли что-то могу представить. Вот зеленым маркер горит, куда его там пробивать немножко непонятно. Это просто пиздец, это такой ювелирный выстрел, вы, чтобы вы понимали, в танковых реалистичных боях такое сделать. Нет, все-таки в щеке, смотрите-ка, я его пробиваю. Даже удивительно, это кто у нас стоит, это Шерман, по-моему, да? Да, это М4-очка, это вот плохо, не пробью, к сожалению. Вот я танканул передком. Танканул, но не тем передком, которым должен был. Да, пулеметчики грустят, пушка вышла. То есть знающий танкист, если будет стрелять сразу в пушку, то считайте минус все. Ну а если будет еще М4, А4, да, это... Причем премиальная, по-моему. Нет, не премиальная, а просто в раскраске в какой-то. Опять едет КВшка. Ну давайте хоть на Т-34 выйду, покажу вам. Как на Т-34 катается. Видео про Т-28, катаемся на Т-34. Почему и нет, собственно, если машина неплохо себя показывает? Почему бы не покатать? Давайте я прикрою немножко. Хлобысь, вылетает снаряд, не пробитие каким-то образом, непонятно каким. КВшка стоит, прицеливается. Мы немножко тормознем, давай вот так. Красиво вверх, рикошет проходит. Сейчас я аккуратненько подстану вот так назад. Молодец, КВХ врубает его. Немножко мазанули. Но КВшка не спешит, делает в целом правильно. Куда спешить? Спешить-то, собственно, некуда. А вот я поспешил. И плохо, и хорошо, и танканул. По-моему, КВшка снова за меня отомстила, да? Там и пазик, там пиздец вообще, что там творится. Сейчас я просто выезжаю, и будет... Сего... Хорошего. Нет, по-моему, никто настолько сильно крысить не хочет. Вот
отвратительно в лючок. Ну хотя пробей, блядь, что-то за попадание такое. Что это такое? Что за вообще воздействие после бронепробития? Что по левую руку вижу, танкист какой-то тоже сейчас. Надеюсь, ты скинул бомбу, насрал перед тем, как тебя слили. Блядь, КВшка вторая. Ну да, конечно, стоит. Конечно, он будет стоять. Что ему еще делать? Ему же больше делать нечего, собственно. Бомбы, по-моему, накрыло. Всех смело. Абсолютно всех разом. Ничего не сделать. У нас был обзор на Т-34 в предыдущем видео. Я об этом уже, по-моему, говорил. Не помню, говорил в прошлом видео или в этом, а это уже значения не имеет. Ладно уж. Уже сказал, какая разница. Так что просто берем да поехали. Т-20. Я, по-моему, союзника задел, да, нечаянно? Ну, вот тебе по колесу, на, по-моему, зениточка там какая-то стоит. Не увидел, что за зенитка точно по килкам, но... По-моему, точно зенитка. Учитывая гусли. Учитывая, кто часто здесь попадается. Да, походу... Нет, это Т-28, кстати. Ну, вот так примерно. Ну, это пиздец за броневого воздействия. Здравствуйте. Пожелтел танкист. Видимо, он обоссался от того, как прилетел камерник советский на 80 мм пробития. Вот какая крыса знатная стоит, смотри. На бульдожике. Пиздых. И взгрустну. Я сейчас грустну заодно вместе с ним. Я точно камерниками стреляю? У меня такой вопрос возникает к игре. Ты, может, хочешь отдохнуть уже? Ну, видимо, я отдохну вместо тебя, я понял. Давай, пока. Всего доброго, счастья, любви, процветания. Я поехал. У меня все в целом позитивно. Да, блядь, развернись ты. Ну не назад же, вперед. Блядь, что за текстура? Кто остановил великий танк? Что за... Меня забор остановил? Что меня остановило? Дай дым, дым, быстро дым. Быстро дым, 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 дым ставим, дым. А у меня, походу, все. Башенки пейс... Дец, попадание есть, попал. Пожар причем сделал, по-моему. Несокрушимый. Ну, танкуем дальше. Слава богу, живы, здоровы, по-моему. Он горит, но хочет выжить. Нет, 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 товарищ, я тебе этого не дам. Пиздых, минус 1.34. Разворачиваемся. Спокойно, разворотик. Красивый поворот влево, да, правильно. Не кричи, блядь. Дергай, дергай ручку. Пулеметики, прощупываем местность. Пиздых уходит с третьего камерника. С третьего камерника он все-таки решил погрустить немножко, наконец-то. Наконец-то цель, как говорится, достигнута. Ну вот видите, да, как танкует, как играется Т-34, что первый, что, собственно говоря, второй. Он живет, он дамажит. Дамажит, конечно, не прям так идеально. Ну это что это такое? Ты мне что вот сделал, скажи, пожалуйста. Ну, перезарядка М4 быстрее, я на выстрел уже просто не успел нажать, да. Молодец, молодец, одного забрал. Так что как-то так, поехали в следующий бой. По местам, говорит в начале один из наших танкистов. Надеюсь, место он не имеет в виду, место в ангаре. Посмотрим это уже по ситуации. Не знаю, мне эта машина нравится. Даже несмотря на то, что на ней вроде как не получается пока жестко имбовать. Сам внешний вид, очень классно внешне сделанная тачка. Трехбашенная система. Пулеметы по звуку мелкокалиберные, по характеристике я просто не посмотрел, так что определяем калибр по звуку, так сказать. По-моему, такой же пулемет, как у Т-34, а значит, я вряд ли что-то им пробью. М4 едет вперед, давайте я прикроюсь от М4-очкой. Я вот вижу, как ты... Пожалуйста, прикрой меня, спасибо. Дай бог тебе счастья. Пробитие в борт. Пробитие. Ну какое же, блядь, дерьмовое. Заброневое. Отлично прошел. Давай, давай. Ага, подрывает Т-34. Кто слева? Лево, лево, лево. Смотрим. Пусто слева. Можем поднаглеть, продвинуться вперед. Главное, чтобы только сзади нас не забрали. А ведь могут. Ведь могут в легкую. Вот едет, едет, едет. Спокойно встречаем. Нет, не встречаем, к сожалению. За этой хер... Блядь. Наведись быстрее, бля. Все, пиздец. Так, спокойно. На жарту, по-моему, мне дым должен быть. Но он по второго. Танкую, танкую, хорошо. Давай, танкуй, танкуй, родная, танкуй, родная. Просто доверни ствол. Пиздых, все, отлетает Т-34 в желтый светофорик.
но отлетает. Сколько у меня танкистов осталось, я понятия не имею. Вызову поддержку авиации, скорее всего, Т-28 уже будет сейчас печально, если кто-то выйдет со мной в открытую битву. У меня, считайте, что только... Еле поворачиваю, еле перезаряжаясь, по-моему, остался в живых. Один грустный танкист остался у меня в живых, к сожалению. Ничего я с этим просто-напросто не могу поделать. Надеюсь, он останется в живых до конца. Удивительная живучесть. Заметьте, у нас выстрелили два раза с Т-34, хоть бы хны. Один танкист, конечно, все перезаряжать быстро не сможет, но за неимением других это подарок. Так, бомба первая пошла. Надеюсь, хоть как-то я куда-то попаду. Ну и стиль, конечно же. Вот, по-моему, союзнику пиздец сейчас будет. Союзник, извини. О-о! Я мог скрысить фраг, блин. А он меня откуда? Слева? Вот этот снял меня с пробега. Да, это меня, это экранированная Т-34. Очень популярная машина. Очень часто встречается в боях это экранированная Т-34. Видимо, очень любимая, очень красивая. Всем очень нравится. Я пробовал, к слову, в первом видосе стрелять с фугаса и забрал даже одну зенитку. Против танков не пробовал. Давайте попробуем с фугаса шмальнуть по танку. Посмотрим, 600 грамм фугаса сделает ли вообще хоть что-то на данном боевом рейтинге. Работает ли в мобильной тундре фугас. Заодно проверим. Все равно Т-28 не сказать, что живет 300 лет. Тем более с моим стилем игры вперед-вперед едем-едем. Поэтому... бояться чего-то не стоит. Вот 38-37 он гонит красивенько. Очень красиво улетает чинушка в бочинку. Но я выжил, потому что слетели только два танкиста. Один погрустнел, один пожелтел. Два других выпили мандариновый сок. Вот Т-34 толкают друг друга. Один говорит, есть вперед. Другой говорит, ну я хочу постоять немножко, мне нравится. Вот они то стоят, то едут, определиться не могут, а тем временем я на своей Т-28 пытаюсь как-то пробиться вперед. Но пусть они дальше выясняют между друг дружкой отношения, это уже их дело. Наше дело как-то реализовать эту машину. Но поворачивает она неплохо, правда, из-за того, что она чуть-чуть медленно заворачивает, это даже, наверное, плюс этой тачки. Просто потому что резко очень не очень хочется. КВшка, мне пиздец, да, все, прощаю. Ну, он меня должен вырубить, ну да, это понятное дело. Давайте, наверное, какие-то итоги подводить по поводу Т-28. В целом, вот против КВхи практически так всегда. Единственный вариант, наверное, стрелять по стволу. Была одна ситуация такая, что я по стволу попал. Стрелять по стволу после того, как выстрелил в ствол, как-то объезжать его, стрелять ему то ли по гуслям, то ли еще куда, и уже сбоку пытаться что-то сделать под гуслю. Вот как-то так. По крайней мере, это единственный пока что возможный метод, который я заметил. Либо подъезжать как можно ближе уже в погон башни, куда-то туда закидывать. Ну, мало пробития. Может, там снаряд впереди какой-то открывается с большим бронепробитием. Не знаю, понятия пока не имею. Но мы поехали на стоковом, чтобы посмотреть, так сказать, первое впечатление. В целом, мне машина, несмотря на то, что я не особо каких-то результативных выездов не сделал, понравилось. По-моему, попадание в ствол было. Нет, это просто взгрустнул один танкист. Я напомню вам, это американская самоходка, у которой брони-то толком нет. Критический урон, камерники. Здравствуйте. Мне кажется, все-таки как-то в этой тундре... Подожди, спокойно. Как-то в этой тундре камерники, мне кажется, работают грустнее, нежели в основной... Либо мне просто кажется, рикош не пробитие. Ну, блядь, да, конечно, двигатель башни поврежден. Да, двигатель башни. Куда у меня? Прям по прямой. Ну да, красиво. Т-34 экранированный. Т-34 экранированный очень хорошо танкует, сколько ни катаюсь. И у него еще светофор, я так понимаю, из-за вот этой сетки дополнительных листов брони немножко не показывает действительность. То есть борта он пробивается практически везде. Т-34, вот с того, с 41-го года. Но при этом на прицельной сетке показывает серой. То есть серой сеткой, как будто бы нельзя или непонятно, не знаю. Но пробивает. До меня это дошло только спустя время, как я начал уже более-менее без упора на эту сетку стрелять. Все-таки здесь... попадание в пожар... Ага, в подвигатель, хорошо.
Хорошо, прекрасно. Больше ход, пожалуйста. Больше ходик, больше. Блин, может в башенку. Проедь вперед, сломай забор. Спокойно, красиво вырубаем просто эту Т-34-ку. Так, 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 так. Пиздых, извиняй, спасти не удалось. Движок я его на двигатель поставил. Развернуться он не допер, конечно. Опять не... блять, не пробитие, опять куда... Ой, зенитка, не повезло тебе. Вот это тебе не повезло, как ты не пробил, мой друг. Я больше удивляюсь за броневому воздействию данного снаряда. Минус наводчик. Наводчик грустит, и пусть грустит дальше. Ты тоже взгрустни. Попадание, ну куда? Попал, куда я попал? Непонятно, на килками даже решили не показывать. Настолько было знатное, видимо, это попадание. Спокойно, тихо. Кустовые битвы, аккуратно. Половина танкистов у него там лежит, отдыхает. Как он жив, блять, я не знаю. Я камерниками стреляю. Алло, здравствуйте. Открой прицельную сетку. Я понял, все понял. Здесь, видимо, камерник не камерник. Лучше сделать вот так. В два места. Где сидит водитель и где сидит, собственно... Блять, как ты обосрался с выстрелом? Как же ты обосрался с выстрелом? Я не знаю, как ты так... Как ты вообще так смог, скажи мне, дружище? Вот как я хуею, какой урон, ты посмотри. Разлет осколков какой великолепный. Это так надо или это в чем прикол? Я вот этого не могу понять. Или это в мобильной тундре фишка такая? Или это снаряды в целом изменили? Опа! Т-34 улетает. Красиво улетел. О, господи, как же он. Вот чувствуешь, как на Т-34 игра сразу меняется, да? Какой был Т-28? Такой менее подвижный, но при этом картонный, с меньшим уроном. И какая Т-34-очка? Какая Т-34-очка сразу красиво влетающая? Что первая Т-34-ка? Что, в принципе, вторая? А выстрел можно нажать? Что значит? А, у меня снаряды кончились, пиздец. Здорово. Давайте дымовое, как... нет, дымовое, как они, вот в эту сторону. Нет, победа, победа, невероятно. Ура, машина войны, меня под конец все-таки слили. Т-34 хорошая тачка. А вот Т-28, мне понравилось, даже несмотря на то, что она какая-то... Есть в ней какие-то минусы. Ну, давайте смотреть по техническим характеристикам. Пробитие, ну, нету по сравнению с аналогичными машинами. В взводе, кидает ее против КВ-шек, кидает ее против экранированных Т-34-ок. И если Т-34-ки мы что-то можем сделать, вот КВ-шки уже гораздо сложнее второй что-то противопоставить, потому что КВ-шек вторых просто тьма тьмущая, и толком оно не пробивает. Надо прям знать, куда бить, скажем так. В силуэт ты точно не пробьешь. Да. Скорость хорошая, повороты на скорости, на разгоне уже более-менее хоть каком-то приятные, но с места поворот не очень, так что как-то так. Ну, средняя, неплохая машина, я бы не сказал, что это плохая машина, потому что, ну, в целом мне понравилось, мне на ней кататься понравилось, не было такого, что, ой, ебать, душнина или что-то еще, классно, мне понравилось, мне зашло, я бы еще с удовольствием скатался на Т-28. Бывали моменты, где я делал какие-то киллы, бывали нет, хотя вот сейчас на это видео записалось больше, как мы сливались, но... Да и ничего, собственно говоря, я думаю, в этом страшного нет. Это примерно показывает живучесть машинки. То есть, бывает, она может танкануть 2-3 попадания, но эти попадания будут критичными, ты не можешь стрелять, да, например, на второе попадание. Бывает, можешь стрелять при двух попаданиях, но больше трех она точно не живет, его вырубает 100%. В борта лучше вообще не подставляться, ромбом лучше тоже вообще не вставать, картон картоном, вон там браунинг пробивает его. Так что такое себе дело. Ну, в целом нормально. В целом нормально, но Т-34, конечно, гораздо лучше. Что первая, что вторая Т-34. Так что как-то так. С вами был я, Ван Грешник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик на следующих сериях, видосах и так далее. По ссылке в описании дискорд сервера, поддержка канала. Всем хорошего настроения, всем пока.